про жизнь. Я недавно был в Монтреале. Это великий фестиваль джаза. И меня послушал Квинси Джонс. И потом сказал, что я очень хорошо играю, у меня крутая энергетика. Вот, это, наверное, самые лучшие слова, которые я слышал. Но это было невероятно видеть его живым, рядом. И без сил.
Ирина Герасимова. Если жизнь забивает, когда ложно можно, но просто умер. Фактически город целью, час за часом живешь еще.